Всем привет! Сегодня мы приготовим охотничий суп. Изюминка такого блюда в обжарке всех ингредиентов. Чаще всего его готовят на говядине, но мы приготовим на курице. Варим куриный бульон из одного окорочка. Добавляем перец и лавровый лист. Также немножко солим. Нам понадобится 3 средних моркови. Режем ее не слишком мелко. Также нам понадобится 1 большая головка лука. Также мы почистили и режем картофель. Ориентируйтесь по своей кастрюле. Также я подготовила пол баночки зеленого горошка, банка маринованных грибов и 1 баночка маринованной фасоли. Нарезаем колбаски для жарки. Мы готовимся к приходу гостей, поэтому мы зарезаем всю упаковку. В разогретую с маслом сковороду мы высыпаем наши сосиски. Из бульона мы вытащили курицу и добавляем туда картофель. Окорочок мы достали и разрезали его на кусочки. Три больших охотничьих колбаски мы режем также крупно. Также в сковороду высыпаем охотничьи колбаски. Также мы туда добавили нашу курицу и все это обжариваем до золотистой корочки. Как только все зарумянилось, можно добавлять наш суп. Высыпаем наш порезанный лук и морковь. Добавляем немножко масла и обжариваем до золотистой корочки.
Как только все подрумянилось, высыпаем наш горошек, грибы и фасоль. Добавляем баночку томатной пасты. У меня на 500 грамм. Солим, перчим. Накрываем крышкой и тушим около 10 минут. Наша обжарка готова, теперь ее можно добавлять в суп. Хорошенько перемешиваем. Накрываем крышкой и варим еще около 10 минут. Добавляем 2 горсточки тертого сыра. Наш суп готов. Наш суп получился очень сытным, наваристым и очень вкусным. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами!